Привет! Вы на канале Коптерка. Здесь я делюсь видео со своего квадрокоптера, а также мы вместе учимся с вами монтировать и создавать эффекты. И это уже второй урок. По моим ощущениям, первый урок не должен был набрать много просмотров или лайков, но это оказалось не так. Вам понравился контент, и вы просили продолжать записывать такие видео. Поэтому я буду это делать и дальше. И сегодня мы рассмотрим эффект 3D Motion Track, или отслеживание движения объекта. А делать мы будем это в After Effects. Для урока я подобрал небольшой кусок из видео со своего квадрокоптера и немного обработал его. Теперь мы можем переходить в After Effects и начинать работу. Погнали! Итак, запустили After Effects. Создаем новую композицию. Неважно тут особо какую. Ставим длительность секунд 7. Full HD разрешение. Создали. Комбинацией Ctrl-E добавляем исходник видео. Перетаскиваем его сюда. Вот у нас, значит, само видео с нашей машиной, которая едет по полю. И ее движение мы здесь сейчас попробуем отследить. Делается на самом деле это все очень просто. Есть такая панелька, трекер. Если у вас ее нет, значит, вот здесь вот Windows. Нужно тут галочку поставить напротив трекер, и появится эта панель. И кнопочка Track Motion. Когда ее нажимаем, у нас появляется вот такой вот Track Point, который является указателем для той точки на видео, которую мы будем отслеживать. Если его вот здесь вот подтаскать, то он немножко так приближает. И можно указать очень точно то место, за которое мы хотим уцепиться. Я в данном случае хочу указать точку вот этого вот здесь вот окна машины, так как она достаточно контрастная. Здесь вот белый фон, белый цвет, здесь черный. И, соответственно, очень легко отследить в процессе движения всю траекторию объекта на экране. И после того, как мы точку установили, мы нажимаем вот здесь вот на Analyze Forward и ждем, пока программа проанализирует каждую точку на видео в течение всего времени, пока идет ролик. Ролик у нас короткий, поэтому это все происходит достаточно быстро. И после того, как это завершается, мы видим путь. Точечками здесь вот на экране выделен весь путь нашей точки, которую мы указали, Track Point, в течение времени, во время всего ролика. Хорошо. После этого мы создаем Null объект. Он у нас будет служить для изменения свойств того объекта, который к этому Null объекту будет привязан. В данном случае мы хотим разместить текст. Создаем текст, пишем что-нибудь, например, 3D Track Motion. Написали. Текст нарисовали. Вот здесь у нас нуль объект. Нуль объект у нас привязан к... никуда у нас еще не привязан. Вот, забыли. Значит, после на исходнике, в трекере, необходимо установить этот нуль объект целью, для таргетом, так сказать, для вот этого трекпоинта. И поэтому мы вот здесь вот смотрим в кнопочке Edit Target, у нас указан 0.01, как он у нас называется в свойстве, в списке объектов. Окей, нажали и Apply. Нажимаем Apply, то есть применяем настройки для осей X и Y, так как у нас трехмерного вращения нет, у нас только 2D движение, плоская достаточно картинка, никакой 3D камеры нет. Соответственно, к этим осям мы привязываемся. Привязались. Теперь, если посмотреть,
текст стоит на месте, так как у нас статично просто указан, а нуль объект едет за машиной. После этого в свойствах тех компонентов, которые у нас наброшены на таймлайн, мы здесь берем и ставим link на нуль объект, перетягиваем вот эту загогулину. Хоп, прицепили. Теперь смотрим, и текст у нас ездит вместе с нуль объектом. Соответственно, если мы текст, например, возьмем и куда-нибудь переместим, мы хотим, чтобы он вот здесь вот у нас ездил, то он будет с этого места следить за машиной. Собственно, вот и все. Единственное, что следует знать для создания такой анимации, тот объект, та точка, которая, за которой мы следим, тот трекпоинт, он должен постоянно находиться в рамках фрейма, то есть не выходить за экран. То есть в данном случае, если бы машина за экран уехала, у нас бы не получилось отследить путь той точки с течением времени. Поэтому данный вариант применяется только когда экран все время в течение сцены находится на экране. Дальше, если, например, посмотреть свойства, которые менялись у нуль объекта, это position по x и по y. Вот видно, каждая точечка проставилась, каждый как он правильно называется, keyframe, все правильно, каждый keyframe проставился. Вот, если посмотреть графики, то по оси x и по оси y вот такое движение нуль объекта с течением времени. Бывает, что на определенных видео не получается нормально оттречить сцену, так как там бывают какие-нибудь неконтрастные моменты, и где-нибудь такие вот вещи могут вот как-то вот так вот выбиваться. Соответственно, сам объект, который привязан к нашему нулю объекту, он будет вот так вот дергаться. Ну и нуль объект сам дергается. Такие вещи можно вот как раз выравнивать на таких графиках, так чтобы они приблизительно находились на одной линии, не выбивались из общего тренда, так сказать, и получится плавное движение, и никаких дерганий не будет. Здесь еще можно вот так вот separate dimension сделать, разделить, и тогда по x и по y отдельно будет видно, какие значения там проставляются, их можно ручками там поменять где-нибудь вот здесь, например. Наверное, все, что я хотел сказать в данном случае про этот эффект. Останется только отрендерить сцену, и у нас будет готовая. И у нас готовое отслеживание объекта, такое, как вы хотите. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А также напишите в комментариях, о чем следующий урок вы хотите увидеть, и я обязательно сниму его. До встречи! Пока!